Существо, которое я встретил на выжженных останках ботанического сада, выглядит как черт. Давай наверх! Так, а сейчас представь, что ты маленькая сука-мышка. Пригнись и потихоньку. Теперь тихонечко двигаю вперед. Ты с такими клешнями напортачишь всякого. А так, как хорошо. Пристрелим мы тебя и людей сбережем. Не, стрелять мы его не станем. Отомри! Спасибо, господин офицер, спасибо. Стрелять не экономно. Фюрер считает, что уроды не заслуживают ничего, кроме... За мной! Удобно и зрелищно. Но это единственный вопрос, по которому я не вполне согласен. Эй, с фюрером. Эй, давай за мной! Фюрер прав всегда! Конечно. Одна беда, когда вешаешь людей, у них кишечник сдает. И потом все дерьмо... Делаем так. Ты правого, я левого. Я своего отвлекаю, тут ты снимаешь своего. Форштейн? Давай, только раньше времени не начинай. Все, работаем. А вот отличное решение. Забить его лопатой. Экономить. Очень гигиенично. Вполне. Все же грязновато получилось. Слышал? Что это? Вроде что-то упало. Штукатурка, может? Сыро тут? Нету тут штукатурки. Бетон один. Так, заключенный 130. Это вы произвели шум? Не я это, не я. Богом клянусь. Продолжим. Заключенный 78. Что? Вы слышали посторонний звук? Так точно, господин начальник. И что это было? Кусок цемента, смотри, господин начальник. Слушай, перебей их столько, сколько сможешь. Нам всем все равно конец. Ничего у тебя, парень, не получится. Только подохнем все из-за тебя. Все лучше, чем сидеть. Выкрути лампочку! Погоди-ка. Слышал? Что? Ничего показалось. Ты на себя посмотри, тварь. Голову от жопы не отличишь. А все туда же. Пропор. Я не... Дайте сказать. Этот электрик там на пульте доиграется. Он там всех повыпускает. Во-во. Чего он творит вообще? Свет вам вырубил. Стрелять таких надо. Если за такое... Что? Парень. Открой клетки. Да, караулке, молодой человек. Вижу, что вы сюда. Слышь, парень, не на прогулку. Открой пришли. Замки. В караулке пульт. В караулке. Блин, миссис. Что значит, ты его отпустил? Ты что, рехнулся? Его же обершарфюрер приказал в расход. Это же трибунал. За сочувствие уродам. Не знаю я. Я смотрю на него. Вместо этой черной обезьяны, сморщенной, вдруг вижу своего пацана. Сынишку своего. Ну и... Тут еще этот торговец Ганзы. Продай, говорит, зверька, че его стрелять? Хорошие бабки, говорит, дам. Ну я и... И что, заплатил? А то. Ты этот, послушай, я готов поделиться. Мне одному много. Ты только обершарфюреру не надо. Там 200 патронов дали. Половина моя. Так, чего гуляем? Так конец смены у нас. Тогда нечего здесь торчать. Марш в казарму! Есть, герр обершарфюрер! Сапог прохудился. Попасть бы в разведку, я на поверхности. Там сейчас все висит.
Эх. Вечно под конец смены так. Будто смотрит в спину мутант какой. Фу. Ну ты даешь, парень! Как ты его? Ничего, кажется. Тише! Тише! Услышь это все! Глотай газ! Все равно добрался? Герой! Теперь надо, чтобы с той стороны нам шлюз открыли. Вон кнопка на стене! Это вызов! Жми! Жми давай! Прячемся! Дай момент. Вот, так лучше. Я и закрываю. Кому там приспичило? Да не слышно нифига. Вы со мной шутки шутить будете? Ну-ка, вылезайте. Пацаны, ну что за приколы? Серега, ты... Гляди, в следующий раз не открою. Ты меня знаешь. Это уже не смешно, да? Ты кто такой? Да он это! Мимо проходил! Уже уходит! Выпустите нас! Выпустите нас! Там наверху пульт! Можно открыть все камеры! Не могу я больше! Внутренний блок прошли! Теперь самое веселье будет! А вот, держи! Часы у тебя что надо? Лампочка загорается, когда тебя видно. Удобно! Значит так, дальше наверняка будет охрана, но своих газом они травить не станут, поэтому можно будет развернуться по полной. Гранату бы. Ну ничего, прорвемся. Ну, поскакай. Ты иди низом, а я сверху, прикрою, если что. Минус один. Интересно, что это? Как сделать какие-то штуки? Да мы ничего не затеваем. Пристрасть. Что такое? Кто здесь? Коммунистами, которые спишут с нашим воздухом. Продажными что? Коммунистами, которые пьют нашу воду. Стой, кто идет? Ублюдками из полиса, которые жрут нашу пищу. Воины рейха неоднократно сказали свое. Сильные превосходства. Они тут все соберутся, а охрана вся. У нас на линии в этом плане тоже самое. Ясно. Эй, давай сюда! Ну ты поможешь или как? Я один не открою. Видел, как есть? С отклонениями большинства, мутанты. Беднее, у кого ноги, руки, у кого что? Ну, заканчивай экскурсию. Надо уйти, пока шабашек не закончился. Говорят, фашисты по всему метро. Глянь на той стороне. Там должен быть такой же выключатель. Уходить отсюда надо и быстрее. Вот они их здесь и собирают. Нашел? Жми! Пошла, родима! Как это? Иди сюда! За свою трудовую дело. Ну, поскакали.
побега с фашистами.